обращение к украинской армии. Переходите на нашу сторону. Вместе свалим хунту, которая пришла незаконно к власти. Я, Дорогин Василий Николаевич, офицер ДНР, зам командира отдельного танкового батальона, предлагаю вам всем сложить оружие, иначе вы все умрете. Мы дойдем до Киева и дальше. Вы просто не с теми ребята связались. Если мы встали, нас уже обратно не положить. У нас братство такое, что нас никто не сломит. А за детей, матерей своих, за мои могилы, которые находятся здесь, в Донецке, бабушки, матери, отца, я эту землю никому не отдам. Я водитель-механик вот этого танка. И этот танк просто-напросто передавит вашу хунту. Вы просто изуродовали наш город и нашу землю. И вы должны ответить за это. Если вы просто не уйдете с нашей земли, я за свою землю. Ребят, я бывший шахтер. Я пришел защищать свою землю. И то, что вы сделали с нашими городами, я сделаю такое же с вашими. Я это обещаю. Мы хотим призвать вас в нашу народную республику. Так как вы сами видите, ни газа, ничего у вас нету и не будет. Потому что вы за свою землю не стоите. Вы бежите куда-то, не знаю, ховаетесь, там думаете, что вам укрытие в Украине дадут. Никогда этого не будет. Если мы соберемся все вместе, мы сделаем здесь очень хорошую землю, и будет все, процветать наш город и вся наша область. Новороссия будет великая держава. Ребят, я не знаю, пацаны там, не пацаны, взрослые. Со мной воюет пацан, ему 17 лет, он 5 месяцев воюет, вы сидите дома. Посмотрите в душу, вы сможете так на это смотреть со стороны? Я бы был уже в наших рядах давно. Я вообще не специалист, не танкист. Я судовой механик. Но ничего, учусь, обучаюсь. И чем смогу, и вам помогу. У нас есть спецы, которые нас обучают. В общем, чем можем, тем мы помогаем армии. И мы стоим за то, чтобы была свобода у всех. Да, мужики, хорош жрать водку. Что сейчас происходит? Выйдешь на улицу. Стоят мордовороты по 2 метра, жрут водку в этих пивных водочных ларьках. И все думают, что так все оно как-то само собой рассосется. Нет, ребята, не рассосется. Приходите к нам, а потом вместе с вами мы выпьем за победу. Ура! 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 Да.